Я хочу простучать отношения. Отношения. Да. Хорошо, давай прокрутим отношения. Кстати, даппинг нам еще позволяет не обязательно раскрывать все какие-то подробности. Можно говорить какие-то аналогии, можно то, потому что мы фокусируемся на эмоциях. То есть пароль от своих аккаунтов можно не и денежных кошельков можно не называть. Хорошо. 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 Что ты хочешь именно простучать? Что тебе, как бы, что тебе беспокоит? С чего начнем? Беспокоит, что я сфокусирована только на негативном, что у меня ничего не получается. Не получается что? Ну, не получается отношения. Все, что я вспоминаю о прошлых отношениях, я вспоминаю только какой-то негатив. Давай, пореби ладони. Хотя я вспоминаю только какой-то негатив. Хотя я вспоминаю хоть какой-то негатив. Я все равно принимаю себя и свои чувства. Я все равно принимаю себя и свои чувства. Хотя, когда я думаю про отношения, я вспоминаю какой-то негатив. Хотя, когда я думаю об отношениях, я вспоминаю негатив. Я все равно принимаю все свои чувства. Я все равно принимаю все свои чувства. Алина пишет, отличная тема. Наверное, как раз ты все равно хотела то же самое простучать. Это заимствованная польза. Хотя, хотя у меня возникает негатив, когда я думаю про отношения. И хотя у меня возникает негатив, когда я думаю про отношения. Когда я думаю о чем? О чем именно ты думаешь? На что тебе внимание твое уходит? Просто даже на общение с мужчинами. Ну, то есть вот, появился рядом и сразу включается, да? Да. Да, спрашивают, какая тема, ты сейчас поймешь, какая тема. Хорошо. И хотя у меня возникает сразу весь этот негатив при мысли, или когда рядом появляется мужчина. Хотя у меня возникает негатив при мысли или когда рядом появляется мужчина. Я все равно принимаю все свои чувства. Я все равно принимаю все свои чувства. И всех, кто с этим связан. И всех, все, что с этим связано. То, что с этим связано. Всех рано принимать, да? Ладно, а может мы и не будем никогда принимать. Хорошо, весь этот негатив по макушечке. Весь этот негатив. А какой, ну ладно, преимущественно, попробуй понять, какой это негатив. Что там, какие эмоции главные в этом негативе? Ну, эмоции страха, наверное, и неприятия. Все эти эмоции страха и неприятия. Все эти эмоции страха и неприятия. Все эти эмоции страха и неприятия из-за мужчин. Все эти эмоции страха и неприятия из-за мужчин. Все эти эмоции страха и неприятия, когда я думаю про мужчин. Все эти эмоции страхи, когда я думаю про мужчин. Особенно, когда я думаю про отношения. Особенно, когда я думаю про отношения. И когда рядом появляется какой-то мужчина, я сразу испытываю... И когда рядом появляется какой-то мужчина, я сразу испытываю дискомфорт. Дискомфорт. А если я понимаю, что все идет, наверное, к какому-то сближению? А если я понимаю, что все идет к какому-то сближению, то что? То я закрываюсь. То я закрываюсь. Чтобы не испытывать что? Чтобы не испытывать уязвимость. Уязвимость. Хорошо. Я буду испытывать уязвимость в отношениях. Еще раз чуть-чуть пропало. Я буду испытывать уязвимость в отношениях. Я буду испытывать уязвимость в отношениях. Похоже, ты хорошо уже погрузилась в это состояние. Ты уже воспринять сложно, да? Что-либо. Все это ощущение уязвимости какой-то. Все это ощущение уязвимости какой-то. И как я защищаюсь? Как я реагирую? И как я защищаюсь? Как я реагирую? Uh,
ну, может быть, шутками и ну, каким-то поведением, которое мне не свойственно. Каким-то поведением, которое мне не свойственно, которое меня защищает. Поведением, которое меня защищает. Чуть-чуть, я признаю и принимаю все это поведение. Я признаю и принимаю это поведение. Под рукой поведение, как я закрываю. Поведение, как я закрываюсь. Да, поведение, как я, да, с помощью которого я закрываюсь. Мне тут Снежинка пишет, Паша, а ничего, что ты простукиваешь себя по этой теме? В смысле, проблемы с мужчинами. В любом случае работает заимствованная польза, ничего страшного не случается точно. Получается взаимопонимание еще больше. И более того, я люблю еще человека ставить на место, то есть она и ее может быть. Может быть, мы дойдем до того, что мы поставим Машу на место мужчин, и она уже будет озвучивать мужское состояние. И это тоже будет абсолютно нормально. Хорошо, я закрываюсь шутками и прибаутками. Я закрываюсь шутками и прибаутками. Как еще ты закрываешься? Я смущаюсь, стесняюсь. Смущаюсь и стесняюсь, отлично. Приглаза, чтобы не испытать что? Чтобы не испытать боль. Чтобы не испытать боль. Возможно, вся эта боль отношений. Не испытать боль в отношении. Угу. Насколько сильно у тебя это смущение? Привет, Ирина. Насколько сильно вот это вот импульс отшутиться, отсмущаться? Насколько он сильно тебя довести? Прям на 10. Прям и на 10. Мне не нравится, что я не являюсь собой в этот момент. Подбородок. Я не являюсь собой в этот момент. Я не являюсь собой в этот момент. Я не принимаю ту часть меня, которая меня защищает. Я не принимаю ту часть меня, которая меня защищает. Другое. Все эти смущения — это не я. Все эти смущения — это не я. Мужка, я признаю часть себя, которая меня защищает. Я признаю ту часть себя, которая меня защищает. Начало брови. Она активно меня защищает от боли. Она активно защищает меня от боли. Край глаза. Все это смущение. Все это смущение. А где в теле ты чувствуешь это смущение? А, везде ли? В теле. А, в теле? Ну, где-то на лице. Под носом. Все это смущение у меня где-то на лице. Все это смущение у меня где-то на лице. А если бы у этого смущения был цвет, то какой это был бы цвет? У этого смущения зеленый цвет. Зеленое. Все это зеленое смущение. Хорошо. Это зеленое смущение. Интересно, как давно у меня это зеленое смущение. Интересно, как давно у меня это зеленое смущение. Как тебе приходит? Когда? Ну, со школы. Подруга, все это смущение со школы. Все это смущение со школы. Макушка, это зеленое смущение, которое меня защищает. Потому что это зеленое смущение, которое меня защищает. Начало брови. Я признаю и принимаю свое зеленое смущение. Я признаю и принимаю свое зеленое смущение. С благодарностью принимаю свое зеленое смущение. С благодарностью принимаю свое зеленое смущение. Под глазом, которое защищает меня от боли отношений. Которое защищает меня от боли отношений. Это зеленое смущение, это тоже я. Это зеленое смущение, это тоже я. Подбородок, и я позволяю ему быть. И я позволяю ему быть. Учиться, я признаю и принимаю свое смущение. Я признаю и принимаю свое смущение. От 0 до 10, насколько оно сейчас сильное? На 5. Другое, я позволяю своему смущению быть. Я позволяю своему смущению быть.
Нормально смущаться. Нормально смущаться. И нормально защищаться. И нормально защищаться. Твои глаза. Может, это смущение очень хорошо меня защитило когда-то? Может, это смущение очень хорошо защитило меня когда-то? Под глазом. Я с благодарностью его принимаю. Я с благодарностью его принимаю. Под носом. И я позволяю ему отступить. Я позволяю ему отступить. Позволяю ему быть. Позволяю ему быть. Учиться. Когда нужно. Когда нужно. От 0 до 10, насколько сильное смущение сейчас? Ну, почти нет. Двоечка. Это двоечка под рукой. Хорошо. Все это смущение на 2. Все это смущение на 2. Макушка. Все это зеленое смущение. А где оно в теле у тебя? Все это зеленое смущение. Ну, на щеках где-то. Угу. Все это смущение у меня на щеках. Все это смущение у меня на щеках. Интересно, от какой боли оно меня защитило? Интересно, от какой боли оно меня защитило? По глазам, в каких ситуациях оно меня защитило? В каких ситуациях оно меня защитило? Под носом, может, оно защитило меня от успеха? Может, оно защитило меня от успеха? Может, оно защитило меня от успешных отношений? Может, оно защитило меня от успешных отношений? Учиться. Может, оно защитило меня от какого-то осуждения? О, последнее слово не расслышала. От какого-то осуждения. А, может быть, оно защитило меня от какого-то осуждения. Что тебе приходит? Что тебе было бы? От осуждения самой себя. Под рукой. Оно защитило меня от осуждения себя, самой себя. Оно защитило меня от осуждения самой себя. Я сексуальна и привлекательна. Я сексуальна и привлекательна. Начало брови. Мужчины хотят со мной отношений. Или кто-то там хочет с тобой отношений, может представить, кто именно. А, еще раз как сказать? Ну, мужчина. Кто мужчины или мужчина хочет со мной отношений? А, мужчины хотят со мной отношений. Со мной хотят секса. Блин. Со мной хотят секса. Но я хотя бы смущаюсь при этом. Но я хотя бы смущаюсь при этом. Под носом. Я защищаюсь от своего осуждения. А, я защищаюсь от своего осуждения. Подбородок. Да, я успешна в этом. Да, я успешна в этом. Чисто, но я хотя бы смущаюсь. Но я хотя бы смущаюсь. Под рукой. Я защищаюсь от своего же осуждения. Я защищаюсь от своего же осуждения. От 0 до 10, насколько сильное смущение сейчас? На 4. Макушка. Все это смущение на 4. Все это смущение на 4. Начало брови. Я заслуживаю осуждения. Я заслуживаю осуждения. Глаза. Моя красота и сексуальность заслуживают осуждения. Моя красота и сексуальность заслуживают осуждения. Глаза. Мои хорошие отношения заслуживают осуждения. Мои хорошие отношения заслуживают осуждения. Под носом. Моя притягательность заслуживает осуждения. Моя притягательность заслуживает осуждения. Вопрос. Ну, я хотя бы смущаюсь при этом. Ну, я хотя бы смущаюсь при этом. А от 0 до 10, насколько сильное смущение? Ну, что-то прям больше 5. Угу. Кто-то возникает, кто тебя будет осуждать, да? Кто меня будет осуждать? Кто меня будет осуждать? Ну,
Ну, все, кто меня знает, я напеваю песенку из «Криминальной России». Ты смотрела? Нет? Нет. Нет, ну, может быть. Ладно, не судьба. Под рукой. Может быть, все меня будут осуждать? Играем в детектива. Может быть, все меня будут осуждать? Может быть, все меня будут осуждать. Макушка, ну особенно. Ну, особенно. Ну, все, кто меня знает. Добро, все, кто меня знает, будут меня осуждать. Все, кто Хорошо. Меня знает, будут меня осуждать. Роза, поэтому мне лучше смущаться. Поэтому мне лучше смущаться. По глазам. И отталкивать любые намечающиеся отношения. И отталкивать любые намечающиеся отношения. Ой, кажется, дело идет еще и к сексу. Ой, кажется, дело идет еще и к сексу. Подбородок, потом меня будут осуждать. Потом меня будут осуждать. Чуть, но я хотя бы смущаюсь. Ну, я хотя бы смущаюсь. Подруга, интересно, кто меня все время будет осуждать? Интересно, кто меня все время будет осуждать? Кто будет осуждать? Ну, у меня больше идет, что я сама себя. Я буду сама себя осуждать, хорошо. Настройся на это осуждение. Угу. Где ты чувствуешь в теле это осуждение себя? В солнечном сплетении. Все это осуждение себя в солнечном сплетении. Ну, тут все мы вообще сейчас осуждение... разгуляемся, да, край главного. Мы думали, что мы будем простукивать какого-то мужчину, а на самом деле... А таппинг нас вывел совсем на другую историю. Под глазом. Все это осуждение себя. Все это осуждение себя. Под носом. Осуждение себя за успех. Осуждение себя за успех. Подбородок. И смущение меня защищает. И смущение меня защищает. Учиться. Я благодарна своему смущению. Я благодарна своему смущению. Под рукой. А еще лучше меня защищает. А еще лучше меня защищает. Макушка, не иметь никаких отношений и всех отталкивать. Не иметь никаких отношений и всех отталкивать. Добрый. Это меня защищает от осуждения еще лучше. Это защищает меня от осуждения еще лучше. Глаза. Я не собираюсь быть счастливой. Я не собираюсь быть счастливой. Я не собираюсь исполнять свои желания. Я не собираюсь исполнять свои желания. Небезопасно иметь хорошие, счастливые отношения. Мне небезопасно иметь хорошие, счастливые отношения. Небезопасно наслаждаться сексом. Небезопасно наслаждаться сексом. Чисто потому, что я буду себя осуждать. Потому что я буду себя осуждать. Замечательно. Сегодня у нас будет целых две игрушки. Но это будут просто игрушки. Не то, о чем ты подумала. Значит, смотри, у нас есть, значит, это у нас... О, Сергей, здравствуйте. Вы на нашем эфире тоже. Значит, это у нас успешные, счастливые отношения между Машей и кем-то еще. И у них как бы все там, все хорошо. Все, о чем ты только можешь себе представить, и даже лучше. А ты будешь той частью, которая вас осуждает. То есть ты как бы немножечко отстраняйся, ну, ты как бы со стороны смотришь и осуждаешь их хорошие отношения, их секс и исполнение желания, все исполнения желания Маши, какие только можно себе вообразить. И скажи, я та часть, которая ее осуждает? А я та часть, которая их осуждает. Да. И давай, порегулируй. Хотя я осуждаю Машу, Хотя я осуждаю Машу. Я принимаю в себе свои чувства, понимаю. Я принимаю свои чувства. Хотя я их осуждаю. Я их осуждаю. Я принимаю все свои чувства. Я принимаю все свои чувства. Хотя я их осуждаю. Хотя я их осуждаю. Я все равно принимаю все свои чувства. Я все равно принимаю все свои чувства. Макушечки, все это осуждение. Все это осуждение. Все это осуждение из-за того, что
У нее ее все желания исполняются. Все это осуждение из-за того, что все ее желания исполняются. Что, как бы ты еще озвучила этот поток? Какой он? Что там у тебя идет? Ну что, так не бывает. Так не бывает. Так не бывает. Я не верю, что у нее вообще такое будет. Я не верю, что у нее вообще такое будет. Но, может, она и недостойна всего этого. Может, она недостойна всего этого. Может, она недостаточно хороша. Может быть, она недостаточно хороша. Что-то, может, ей нужно сначала сделать какую-нибудь пластическую операцию. Может, ей нужно сначала сделать какую-то пластическую операцию. Вот такой, она точно не заслуживает такого внимания мужского и такого секса и таких Она отношений. точно не заслуживает мужского внимания, секса и таких отношений. Макушка. Я не верю, что так может быть. Я не верю, что так может быть. Но почему-то это случается. Но почему-то это случается. И я чувствую к ней из-за этого. И я чувствую к ней из-за этого неприязнь. Неприязнь. Возможно, вся эта неприязнь. Вся эта неприязнь. От 0 до 10, насколько сильная неприязнь? На 10. Вся эта неприязнь на 10, отлично. А где в теле ты чувствуешь эту неприязнь? В спине. Вся эта неприязнь в спине. Вся эта неприязнь в спине. А другое... Вся эта неприязнь в спине. Вся эта неприязнь в спине. Вся эта неприязнь к Маше, когда у нее есть сексуальная жизнь. Вся эта неприязнь к Маше, когда у нее есть сексуальная жизнь. Когда у нее счастливая сексуальная жизнь. Когда у нее счастливая сексуальная жизнь. Когда ее желания исполняются. Когда ее желания исполняются. Я чувствую эту неприязнь в спине. Я чувствую эту неприязнь в спине. А если бы у неприязни был цвет, то какой это был бы цвет? Белая. Вся эта белая неприязнь. Да, это белая неприязнь. От 0 до 10, насколько сильная? На 8. И давно у тебя появилась эта неприязнь? Мне кажется, всегда была. Он всегда был, да? Да. А какого момента рождения Маши у тебя появилась эта неприязнь? Ну, до рождения, после рождения хотя бы. Ну, не помню, мне прям кажется, в детстве. В ее детстве, да? Да. Вся эта неприязнь с детства. Вся эта неприязнь с детства. Под рукой. Сексуальная жизнь не про меня. Сексуальная жизнь не про меня. Не про нее, да. Сексуальная жизнь не про нее. Сексуальная жизнь не про нее. И я чувствую к ней неприязнь. И я чувствую к ней неприязнь. Этого с ней не может быть. Этого с ней не может быть. И неприязнь от 0 до 10 насколько сильна сейчас? На 5. А какого она цвета сейчас? Ну, такого серого, прозрачного. Прозрачно-серая неприязнь. Прозрачно-серая неприязнь. А где она в теле у тебя? Ну, все там же, в спине. В спине. А каких размеров? Мы переходим с точки на точку. Ну, большая на всю спину. Вот это неприязнь большая на всю спину. Это неприязнь большая на всю спину. Под рукой меня защищает? Меня защищает моя неприязнь. Меня защищает моя неприязнь. Вся эта неприязнь. Вся эта неприязнь. И вот ты видишь, Маша, значит, развлекается счастливо.
все ее желания исполняются, она там таких отношений, которых она хочет. Какие у тебя реакции будут? Ну, Вот. что? Так не может быть. Так не может быть. Вот что я говорю. Так не может быть. Так не может быть. Вот что я говорю. Так не может быть. Так не может быть. Так просто не может быть. Так просто не может быть. Все это отрицание. Все это отрицание. Так, у Дарьи там заяц пошла. Смотрит на тебя. Да, смотрит на эту историю Дарьи. Такая, какая зависть. Так не может быть. Так не может быть. Не может быть такого. Хорошо. От нуля. Насколько это звучит как правда, что так не может быть? Насколько это не может быть от нуля до десяти? Ну, на 8. Я решила, что так не может быть. Я решила, что так не может быть. А другое. Так не может быть, потому что... Что тебе приходит? Так не может быть, потому что у нее и так, кроме этого, есть много всего в жизни хорошего и... Ну, не может быть во всех сферах все хорошо. Не может быть во всех сферах все хорошо. Хорошо. Не может быть во всех сферах все хорошо. Так не может быть, потому что... Почему? Так не может быть, потому что у всех есть свои зоны роста. Так не может быть, потому что... Ну, потому что не бывает все идеально в жизни. Не бывает идеально в жизни. Хорошо. А мои, как бы ты сказала, мои желания насчет отношений не могут исполниться. Или как бы ты могла сказать? Да, мои желания об отношениях не могут исполниться. Потому что это небезопасно? Потому что это небезопасно. От 0 до 10, насколько это ощущается правдой, что это небезопасно просто? На 7. На 7, это небезопасно. Угу. Давай скажем, мои желания в отношениях не могут исполниться, потому что я этого недостойна. Мои желания в отношениях не могут исполниться, потому что я этого недостойна. От 0 до 10, насколько это правда? На 5. Другой. Я и недостойный, тем более это небезопасно. Я недостойный, тем более это небезопасно. Да, просто полный набор. А почему это небезопасно? Почему это небезопасно? Потому что это как-то серьезно. Это как-то серьезно. А я могу представить те отношения, которые мне действительно нравятся? Я могу представить те отношения, которые мне действительно нравятся. Да, могу. Те, которые, которым я действительно говорю «да». Те, которым я действительно говорю «да». Да. Вот, это вот они, вот они. Именно вот они происходят. Какие у тебя возникают чувства к Маше, с которой это происходит? Ну, какой-то отделенности, что это какая-то, не знаю, параллельная реальность. И... Ну, я не чувствую с ней связь. Это какая-то параллельная реальность. Это какая-то параллельная реальность. Лучше мне вообще ничего не чувствовать. Лучше мне вообще ничего не чувствовать. В этот момент я выключаю все свои чувства. В этот момент я выключаю все свои чувства. По-другому я делаюсь какой-то замороженной. Я чувствую себя замороженной. Я как будто исчезаю. Я как будто исчезаю. Хорошо. А насколько идет осуждение в адрес Маши, у которой это все происходит? Ну, уже нет, уже просто равнодушие какое-то. Ну, давай тогда так. Я все, я больше не, не,
не критикующая часть, я Маш. Все, ты не критикующая часть, ты Маш. Замечательно. Что мы там простукивали? Когда ты думаешь об отношениях, да? Вот подумай сейчас об отношениях. Что возникает у тебя? Ну, просто спокойно. Ну, ничего не возникает. Возникает ли какое-то смущение? Нет. Так, мы уже 40 минут простукиваем. Хорошо. Готова ли ты пойти еще и посмотреть, как на тебя мужики смотрят? Что про тебя мужики думают? Или на этом завершим? Готова, отлично. Так, значит. Вот он, мужчина твоей мечты. Я... А нет, какой мужчина? Вот она, Маша. Все правильно, все правильно. Ты мужик, ты будешь мужиком. Значит, положи руки на грудь. Я мужчина моей мечты. Я стопроцентная да. Я вот мужчина моей мечты, стопроцентная да. Ты можешь причем не бояться ничего осуждения, то есть твоя задача выбрать то, что тебе действительно нравится, а не сказать какую-то правильную «я хочу вот это, потому что тебя здесь все похвалят за то, что ты этого хочешь». Выбери все-таки свое желание, да, то есть, может, нам ничего не озвучивать, ты только понимаешь, что это значит, что за мужчина твоей мечты. Но это ты, этот мужчина. А вот она, Маша. Ну что, а что ты испытываешь к ней? Какой у тебя поток идет к ней? Тепла. Ну, желание позаботиться. У меня, да, желание позаботиться и тепло. Хорошо. И как она реагирует на тебя? Неадекватно. Она как-то неадекватно реагирует. Как? Ну, что-то говорит не очень приятное. Она мне говорит что-то не очень приятное. Хорошо. И хотя она мне говорит что-то неприятное... И хотя она говорит мне что-то неприятное... Я все равно принимаю свои чувства. Я все равно принимаю свои чувства. Хотя она мне говорит что-то неприятное, и к чему она меня подталкивает? Хотя она говорит что-то неприятное, к чему она меня подталкивает? К чему? Чтобы я чуть-чуть отстранился. Чтобы я чуть-чуть отстранился. И какие ты ощущения чувствуешь в своем теле, внутри себя? Боль, обиду и разочарование. Хотя я чувствую эту боль, обиду и разочарование рядом с Машей. Хотя я чувствую боль, обиду и разочарование рядом с Машей. Я все равно принимаю все свои чувства. Я все равно принимаю все свои чувства. Хотя я чувствую эту боль, обиду, разочарование, смятение, тут нам подсказывают. От того, что она говорит. Боль, обиду, разочарование и смятение от того, что она говорит. Я принимаю свои чувства. Я принимаю свои чувства. Помогушечки. Вся эта боль, обида и разочарование. Вся эта боль, обида и разочарование. От 0 до 10, насколько интенсивная боль? На 7. Вся эта боль на 7. Вся эта боль на 7. А где ты в теле чувствуешь эту боль? А в голове. Вся эта боль у меня в голове. Вся эта боль у меня в голове. Вся эта горечь. Ну да, давайте тоже. Горечь и боль у меня в голове. Вся эта горечь, боль у меня в голове. Из-за того, что она мне говорит, да? Из-за того, что она мне говорит. Хорошо. А если бы у этой боли был цвет, то какой был бы цвет? Что-то между черным и фиолетовым. Какой-то черно-фиолетовый. Какая-то черно-фиолетовая боль. Это черно-фиолетовая боль. И как вот ты наблюдаешь, ты продолжаешь смотреть на Машу. Вот она у нас, Маша. И что? И как она дальше себя ведет? Что дальше происходит? Ну, она закрывается.
Нет, это абсолютно нормально, что мы просто простукиваем по одной точке и молчим, и дышим. Это вообще абсолютно нормально. Процесс идет для тех, кто не в курсе. Хорошо, оно закрывается. И ты чувствуешь боль. Еще раз. Ты чувствуешь, ты продолжаешь испытывать эту боль, да? Ну, да. От того, что она закрывается, боль усиливается или ослабевает? Наверное, ослабевает. Отстранение какое-то. Происходит отстранение. Хорошо. То есть из-за отстранения боль делается легче. Облегчается. Да. Хорошо. Это боль, которая делается легче из-за отстранения. Это боль, которая делается легче из-за отстранения. Под рукой, да. Когда она закрывается, мне делается легче. Когда она закрывается, мне делается легче. Ага. И какие я решения принимаю насчет нее? И какие я решения принимаю насчет нее? Оставить в покое, что ей, наверное, будет лучше без меня. Да, оставить в покое. Наверное, ей будет лучше без меня. Хорошо. И хорошо, и что, да? И как дальше она реагирует, как она себя... Она вообще к тебе лицом повернута? Может, она вот так правильнее будет? Да нет, правильно. Лицом, да? Хорошо. Ну, я не могу уже смотреть на ее лицо. Мне бы хотелось развернуться, а не ей. А, мне бы хотелось развернуться. Отлично. Я не могу смотреть на ее лицо, потому что когда я смотрю на ее лицо, что я чувствую, испытываю, что происходит? Я не могу смотреть на ее лицо, потому что когда я смотрю на ее лицо, она несчастлива и недовольна. Она несчастлива и недовольна. Угу. Она несчастлива и недовольна. И я поэтому чувствую, что? Я поэтому чувствую... Я уже тут прочитала в чате бессилие, наверное, это... Ну, это то, что они там тебе рассказывают. А мне интересно, что чувствует именно твой мужик. Твой мужчина мечты, что... Что чувствует рядом с тобой твой мужчина мечты? Боль? Что там еще? Не могу на нее смотреть, хочу отвернуться. Это то, что чувствует рядом с тобой мужчина мечты. Какое основное ощущение? Какой основной поток идет? Напряжение какое-то. Какое-то напряжение. А где в теле у тебя это напряжение? Ну, в целом по телу. Ну, как напряжение в атмосфере где-то вот. Напряжение в атмосфере. От 0 до 10, насколько интенсивное напряжение? Ну, для меня на 9. Напряжение на 9. Угу. Ну, давай мы можем так долго делать. Mm-hmm. Давай сделаем позитивный таппинг. Положи руки на грудь. Дорогой мой энергетический ум, что мне, мужчине мечты, нужно, чтобы снялось это напряжение? Дорогой мой энергетический ум, что мне нужно, чтобы это напряжение снялось? Не знаю. Не знаю? Не смотреть в эту сторону. Ну, давай. Хорошо, я хочу разрядку, и я хочу гармонизацию. Давай так, я хочу гармонизацию. Я хочу гармонизацию. По третьим глазу. Я хочу гармонизацию. Я хочу гармонизацию. Я хочу просто снять это напряжение. Я хочу просто снять это напряжение. Этого напряжения так много, что я даже не знаю, что тут поможет.
Этого так много, что я даже не знаю, что тут поможет. Ну, тут подсказывают нежность, еще там что-то, но тут послушай себя, что тебе приходит. Что тебе приходит? Что-нибудь. Я хочу просто, чтобы это напряжение спало, и единственный способ — это чуть-чуть больше отдалиться, да? Да. Ну что ж, я хочу больше пространства. Я хочу больше пространства. Я хочу больше места. Я хочу больше места. Я хочу больше гармонии. Я хочу больше гармонии. Я хочу больше знания, что тут вообще происходит. Я хочу больше знания, что тут вообще происходит. Я хочу больше какой-то искренности. Я хочу больше какой-то искренности. Чего еще? Как тебе? Делается ли тебе легче? Снижается ли это напряжение или оно? Да, снижается. Хочу больше уверенности. Хочу больше уверенности. Давайте любви, да, тут нам подсказывается. Хочу больше любви. Кёрли. Больше, еще больше любви и гармонии. Еще больше любви и гармонии. Еще прибродно, еще больше любви и гармонии. Свободы. Еще больше любви, гармонии, свободы. Положи руки на грудь. Насколько сейчас сильное напряжение между тобой, мужчиной мечты, и Машей? Ну, вот в этой обстановке, в атмосфере нет напряжения. А тогда твое состояние от минус 10 до плюс 10. Насколько ты счастлив вообще? Сама по себе? Сам по себе. Ну, нет, рядом с ней ты. А. Мы пока не возвращались. Мы пока пытаемся понять, что там испытывает твой мужчина мечты. Ну, рядом с ней на 4. Плюс, да? Или минус? Да. Плюс. Дорогой энергический ум, что мне нужно, чтобы я был счастливым с ней? Не знаю. Ну ладно. Я хочу больше, ну, радости. Давайте мы подсказку зала возьмем. Тут у кого-то уже на 7. Я хочу больше радости. Я хочу больше радости. Я хочу еще больше чего? Я хочу еще больше. По третьему глазику мы стучим, а не по началу брови. Хочу больше. Хочу больше позитивных моментов, событий. Позитивных событий. Супер. Вдох, выдох. Отлично. Следующая точенька. Что там? Следующая точка нам. Еще больше хорошего опыта между нами. Да. Счастливого, хорошего опыта между нами. Еще больше счастливого, хорошего опыта между нами. Тут Карима спрашивает, пишет, знать, как сделать ее счастливой. И мне сразу хочется задать вопрос, а если ты не сделаешь ее счастливой, то что тогда будет? Или еще более наводящий вопрос, то что тогда на тебя обрушится, если ты не сделаешь ее счастливой? Ну давай, да, больше близости. Близости. Больше близости и хороших событий. Больше чего еще? Больше понимания. Больше понимания. Еще чего больше? Больше доверия. Больше доверия. Да, больше общения по подбородку. Больше общения.
больше улыбок и приятных разговоров. Приятных разговоров, супер. Под рукой. Еще чего больше? Не знаю. Ну, давайте общение, объятия и прикосновения Алина нам подсказывает. Давайте возьмем это. Еще больше вкусной еды тут нам подсказали. Отлично. Вкусной еды и хорошего секса. Еще больше вкусной еды и хорошего секса. Еще больше как-то счастья. Счастье вместе, что-то такое. Еще больше счастья вместе. Еще больше хороших событий и хороших разговоров. Еще больше хороших событий и хороших разговоров. Еще чего больше? Еще больше взаимопонимания. И? Еще больше любви. Еще больше любви. И по ребру ладони. Еще чего больше? Тимворк у нас, да? Больше тимворка. Тимворк, тимворк. Ну, значит, еще больше любви. Хорошо. Положи руки на грудь, мужчина мечты. Твое состояние рядом с ней. Ну, теперь хорошее. На сколько? От минус 10 до плюс 10. На 8. Хорошо. Какой у тебя поток чувств к ней? Понимание, сочувствие и принятие. А у нее к тебе? У нее к тебе? Ну, у нее меньше какой-то, меньше страха. И больше доверия. Супер. Больше доверия. Рассасываются эти все молнии между вами, да? Так, может, спроси свой энергетический ум. Мне же нужно, чтобы ты начала понимать, что тебе нужно. Какой еще энергии тебе нужно, чтобы быть прямо вот на плюс 10, чтобы было... Дорогой мой, или просто можешь спросить. Интересно, что мне нужно еще? Интересно, что мне нужно еще? Понимание и внимание. Я хочу больше понимания и внимания. Я хочу больше понимания и внимания. Угу. По третьему глазу. Я хочу больше понимания и внимания. Я хочу больше понимания и внимания. Хочу больше успехов. Ну, значит, больше успехов. Я хочу больше успехов. Я хочу больше успехов. Понимание и внимание. Хорошо. Понимание. Ну, хотелось бы больше, чтобы между нами именно пространство было классное. Между мужчиной и Машей, да? Mm-hmm. Что его сделать более классным, интересным, таким счастливым? Совместные какие-то дела. Совместные дела, хорошо. Совместные хорошие дела. Совместные хорошие дела. Наверное, какие-то легкие, радостные, счастливые, удовлетворяющие желания дела. Легкие, радостные, счастливые и удовлетворяющие желания дела. Угу. Больше гармонии между нами. Больше гармонии между нами. Что еще? Больше близости. Больше близости. Я хочу еще больше близости. Я хочу еще больше близости. Еще больше совместный сон. Совместный сон.
Совместный сон. Хорошо. Так. И чтобы никто не храпел при этом. И чтобы никто не храпел. Отлично. Совместный секс, наверное, какой-то совместный. Ничего что. Еще что-нибудь. Каких-нибудь чудес побольше. Чудес. И побольше чудес. Да, и еще там понимание, взаимопонимание. Еще понимание и взаимопонимание. Вдох-выдох. Какое у тебя сейчас мужчина мечты состояние рядом с Машей? Ну, такое, какой-то подъем. И что, ну, есть силы, и даже если что-то не так, совсем справимся. Угу. Супер. Какие у тебя чувства к ней? Легкие, позитивные. Ну, да. Просто мне комфортно. Идешь ли ты на какое-то сближение? Я или Маша? Ну, мужчина, я только сейчас с мужчиной мечты разговариваю. Угу. Да? Нет, да? Ну, да, иду. Ну, как бы любой ответ. Меня устроит вообще любой ответ. А у нее какой поток к тебе, какие, может быть, импульсы, желания, действия, что-то такое? Больше открытости и какой-то, я чувствую, заинтересованности тоже в отношениях. Какой-то такой. А твое состояние от минус 10 до плюс 10? 10. Супер, отлично. Ну все, а давай выходи оттуда. Я, значит, все, я не мужчина мечты, я Маша. Ну, давай, скажи эти волшебные слова. У нас осталось 20 секунд. Я не мужчина мечты, я Маша. Ё, ты Маша, ты не мужчина мечты. Всем спасибо огромное. Это было просто мега победный эфир. Тебе спасибо большое за твою смелость, открытость, откровенность. Приходите все на эфиры, тебе приходи тоже.